Я тебя снимаю, отстань уже. Не снимай вертикально никогда. Кино снимай. Да, мы такое, мы... Не надейтесь. Валерка, я пойду поснимаю что-нибудь. Очень плохо. Слышь, у тебя... Слышь, нормальное качество съемки. Да, совсем. Я твой фотик. Он такой модный у тебя. Я твой фотик раньше не жмакал, короче. Сейчас начал жмакать, и мне оно нравится. Это наша школа, там, короче. Тут все обсыпается, тут все круто так. Скоро развалится нахрен эта школа, короче. О, камень. Камер. Валера, сломаем систему. Снимем камеры на камеру. Говорю, снимем камеры на камеру, короче. У меня руки как у алкаша дрожат, не снимается ничего. Камеры на камеру снимаю. Включи информатику. Саша, камеру на камеру. Включи информатику. Это был видеодневник от самурая номер первый, неудачный, так что нахрен это смотреть и... И потом буду смотреть. Это прямая трансляция. Привки. Ну, у меня на конспекте все такое, да. Нельзя сделать вот так. Это прямая трансляция. Какая трансляция? Прямая. Лера, что, охуела? Ты сейчас как сломаешь? Да, ты сейчас руку сломаешь. Сломаю. Хотите посмотреть, как Илюша играет на фоно? Не дай бог. У нее это... Не показывай, да, это домашний порно. Звезда, чтобы нас помочь. Не показывай. Особенно мне. Это слишком серьезно. Что ты делаешь, Валерка? Это прямая трансляция, у меня нет ничего для видеодневника. Вот Антонову будешь снимать сейчас на экзамене. А что ты меня не снимала, как я ела? Вообще-то снимала. А мы идем на ЗНО. Да не смешно, Валерка. У меня уши заложили. Маш, помахай. Ира! О, давайте... Давайте, когда мы взглядим, мы тоже будем со сковороды идти, как после конца. Да, главное, чтобы все мы собрались и никуда не разбежались. Да не разбежи, нас не выпустят. Вот так вот. Рассказывай. Мы не сдадим ЗНО. Боже, мерзко. Вы хотите видеодневник? Нет? Вы уверены? А ты хочешь видеодневник? Ты хочешь видеодневник? Да, можно. Антон, да? Да. Строили его. Да. Камни на собор? Там где там красавчики? Не собор, я имею в виду. Еще нужна живая. Собор? Кто написал собор? Собор? Не помню. Он чар написал. А кто написал собор? Он чар. Кто так? Собор, нет, это Олесь кандидат. Кто написал собор? Гончар. Гончар? Это собор в Новомосковске. Так кто написал собор? Гончар, Олесь. А. Кто это? Он еще поддержал революцию на границе, потому что у него там дочка была. Максим Гримач. Вот Марго Бовчон, Мария Белинка. Это оповедание. У меня еще целый жизнь. Кого? А, у мальчики сходятся, девочки видят дневник. Такая там толпа девочек. С Костом. Беляшка. Власова. Приезжает, да. Вовк. Жаль. Привет. Реченко. Не надо, не опомнить, пожалуйста. Мы идем в туалет. Ира уже подвернула ногу. Тут вот эти. А так я знаю, куда тут идти.
А зачем аж сюда? Нас сейчас будут просто расстреливать. Вот мы идем. Лера! Надо подождать, когда мы освободимся. Марина, с днем рождения. Спасибо. Удачный день. Соня, 13-го у тебя будет. Дневники! Мы здесь. 13-го будет место, я просто идем в туалет. Понимаете? Закон. Очень символично. Когда стояли там, хотелось туалет. Только вышли, перехотелось. Сходим, опять захочется. А лучше мы не вернемся туда. Или туда вообще никогда. Нет, мы еще на историю идем сюда. Какой стой? Нифига себе. Рири. Надо снять, как мы будем спускаться. Да. Ходили в туалет. Да ладно. Это было очень увлекательно. Очень сидеть. Очень. Таня, мы пишем. Это наши последние дни в качестве не бомжей. А у меня есть, я могу сдать в аренду, поделиться. У меня есть на централке стол, где будет много клиентов. Класс. Там несколько мест. Там 4 места. По десятке. Ты можешь сдавать деньги. Она может утонула. Ты можешь за деньги сдавать. Ну да, я так и делаю. Ты думаешь, на какие я десятки живу? Мне ж вы никто не отдаёт. Не началось. Началось, там как регистрация. 15. А сейчас 10. Когда мы умрём? Через 15 минут, Дарина, наслаждайся. Момент. Валера, момент. Мы сегодня начинка. Мы напишем все на ЗНО, я пишу с Танюхой. Представляете, она вообще будет с ЗНО. А я с Богданом. Момент с ЗНО. Да, да. Вы еще у нас Рыляново. Выначенко, это из тюремных Шахерезады или что-то такое. И Шахерезада еще есть. Кто еще в Шахерезаде? Да мы часть. Да мы часть. Я еду забыл. А мы тут, Лена Тихона направилась. Прибор для снятия видеодневников. Да. Валера выходит на новый уровень. Какой новый уровень? Снимай на телефон, у меня уже затекла рука. Примальная комиссия. Короче. Ты хреново держишь камеру, так что мне полбашки обрезаешь постоянно. Что? Нет, ты куда смотри? Мне нормально. Значит, кто забивает места на централке рядом со мной? Мы продолжаем подпольные съемки. Продолжаем подпольные съемки с мест. Где? Мы продолжаем видеодневник. Мы пришли на базу. База Шапира. Шапира, база. Какой кошмар. Где наш? Я не знаю, где наш. Ты пришла. Интересно, видеодневник в туалете? Да. Туристы. Понятно, я не могу. Йоу, итак, сегодня... Телефон не работает. Какой сегодня число? 5 мая. Сегодня у нас 5 мая, 16-й год. У нас Валерка и так попала, что мы в одной аудитории. Мы друг друга не знаем, я не знаю. Аудитория номер 10. Сейчас будем сдавать ЗНО. 3 часа. Нам жопа. 3 часа. Мы в говне. Когда научись читать мысли? Учись читать мысли. Все. Тут рядом туалет, так что добежим. Да. Зеленый клин, это что? Вот это багряный. Зеленый клин? Ваш это багряный. Да, да, это ваш, голова, да? Ваш комментарий. Что было, Лера? Изи, скажи. Лера, зеленый багряный. Багряный. Тигролова. Тигролова, да. Не в Сибири, а в Дальнем Востоке. А ты что написал? По-моему, не помню, короче. Это там был единственный дверь, в котором описывалось жить украинцев. Ну, да, понимаешь, кстати. Что, ты не фокусируешься. А, все, само собой, другие не будет. Было не яблони. Не было. Да. Зря убили утро в метро. Могли понаслаждаться подземельем. Привет! Это майский видеодневник. Она популярна. Нет. Дальше
Ой, тут будет красивый мальчик. У Неры банан лежит. Где банан? И штана. Папа сказал, что мне можно съесть один банан. Один. Ну один, ну можно съесть. Сырнички мне нравятся. И сырничек что-то тоже это неплохо. Что-то прекрасное в этом мире. Надо потом приехать. Не считаю тебя, Валерка, конечно. Короче, я к тебе сегодня приеду. Забита. Да, да, да. Это мандалины. Магдалена? Мандалена. Я сначала послушаю, это мандаринка. Я думаю, она что, вообще упала? Нет, мы вообще украдем тюльпаны. От слова, ну я вообще... Подарим свекле. С миндалем мне ассоциируется, я поэтому я написала, что у меня все плохо с головой. Да, у нас очень все плохо с головой, мы убиты. Причем не горем, убиты вроде как жизнью. Бы счастье, но реально, как будто из нас дементоры высосали нафиг все. Всю энергию. Все. И кто эти дементоры? Министерство образования Украины. Что, заходим? Не знаю, мне наплевать уже. Я туда никогда не очень хочу возвращаться. Мы еще вернемся. Копы стоят. Да, два. Поснимай красивых мальчиков. Не, они очень добрые были. Что оно? Это камера. Особенно в конце, когда начал переписывать, просто уже такой оу, оу. Потому что рука начала просто вот так вот. Я сейчас переписываю, а у меня вот так рука начинает. Это капец какой-то. Тоже это видно. Привет. Так, какая кишмочка. Привет, а мы в метро вот едем. Валера, мы тут еще на больнице едем. Ну да. Ничего. Мы едем в классную больницу. Ирина, не зачем снимать все. Почему? Я Ирка, я чтю, потому что разъеду на трамвай. Ирка, я тебя поздравляю. Даже если бы ты ее на поколам расстелил со мной, я... Давай селфи в трамвае. И как раз видок в трамвайчик. Как мы Власова везем. Джимми, ух! Прикольно получилось! Больно, кольца! Я застряла! Акус, бакус! Тю-ля-ля-кус, тю-ля-ля-кус! А, да прям в глаз я уйти! Еще! Медная стрелка обходит циферблат! Быстро, как белка, колесики стучат! Мы 11 класс сдали за новые истории! Давай, давай! Они бегут, бегут, и весело поют. А шо? Вы не мешаете. Я главный повар, и всем не говорят. Вкусноту готовишь, вкусноту печешь, маленький детишка, кабачки даешь. Еще одна. Алло, Алёнушка, Ива, 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 загадали желание, потом... Глубока, широка, лёгка, винегрет, привет! Там ели вареники, чай пили, ложки били, по-турецки говорили, чаби, чаляви, чаби, чаби, чаби. Суки не показывать, кошки не рассказывать, вору не молиться или же велиться. Рождение короля. Немцы пили, не надо не понимать, да. Боже, а что дальше? Не помню, что дальше. Там
что-то, короче, кочергу кому-то отрел. Вареники ели, вареники, чай пили, ложки били, потворечки говорили. Чаби, чаряби, чаби, чаби, чаби. Зубки не показывают, сказки не рассказывают. Чтобы не молиться и не шевелиться. Давайте, что собака пора. Да, давай. О, давайте. Лера, ты соединяйся. Я не знаю, что это. Как мне О, я помню, кажись. Никак? Снимай. Давай. Шутка. Собака. По. Рояль. И. Нажала. На. Педаль. И. Сказала. Цифру. Пять. Раз. Два. Три. Четыре. Пять. Чуть-чуть попала. Собака. По. Рояля. И. Нажала. На. Педаль. И. Сказала. Цифру. Ты проиграла? Три. Да. Раз. Два. Ира, отомсти! Отомсти, Ира! Сковородка не горячая! Ой-ой-ой! Как двое! Не попала по мне! Двоби! Нет! Двоби! Я ж ударилась об эту! Шла! Это была моя! И! Шла! И! Сказала! Цифру! Один! Нет! Тринадцать! Раз! Ой, это на меня попадет! Два! Нет! Пять! Шесть! А, да! Восемь! Девять! Десять! Одиннадцать! Бери коленку! Коленку убери! Коленку убери! Со мной не играли! Я все нашла! Давай! Эйники, бей! Давайте еще раз! Давайте пойти на хате! Давай, Эйники! Это оказалось сложнее. Это ванны. Ники, беники, ели, вареники, чай пили, ложки били, по-турецки говорили. Чай, 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 чай. Не показывать, сказки не рассказывать, Богу не молиться и не шевелиться. И кто же, кто же? Да ладно вам, правда? Раз, два. Три, четыре. Пять, шесть, семь, восемь, десять. Засмейтесь, что мне будет. Лерка, посмотри на меня. Руки не показывают, сказки. У меня руки пустые болят. И не шевелиться. Какой сегодня день, четверг? Кто же, ты двубий? Батл. Нельзя кривиться, не кривимся. Серьезные все, быстро. ЗНО завтра. Ой, не уходи, это кофе. Это удар. Это жестко, ты что, давай еще. Ты как с небом, ты на одну точку вот так вот сейчас смещаешь, как я буду бить? Мам, мы сейчас гуляем, я тебе потом перезвоню. А подожди. Давай, давай. Ваша. Ники, веники, ели, вареники, чай пили, ложки били, по-турецки говорили. Раби, чаряби, чаби, 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 звуки не показывать, сказки не рассказывать, Богу не молиться и не шевелиться. Четверг. Глазами шевелить можно? Олег. Олег, енот. Олег, енот. Когда увидел свои норы Олега. Олега. Ребенок татарин. Про музыкальную школу, хоть где-то образование, Биг Мак, картошка, спрайт, дайте мой телефон, я посмотрю. Этот стишок. Я выиграла! Властелин Дарина. Это я, Был прекрасный музыкант, но был не понят я людьми. А тут что-то, а тут все сразу меня признали. Вот ваш Биг Мак, картошка, спрайт. Тебе так вена выступает на шее. Был музыкальный. О, был гениальный. Да.
но не был признан людьми. А тут меня признали сразу. Вот ваш Биг Мак, картошка спрайт. Пирожки. Сильна каса. Ты кажешь, что погано винать. Ти бежит на гал. Ти греки піде і поламати. Бо йо, кажеш, що погано винать. Перед смерть на кроваті. Сорочки. Чи то по житті, кажеш, що погано винать. Перед смерть на кроваті. Що йде? І по базарам, кажеш, що погано винать. Перед смерть на кроваті. Сорочки. Я так і думаю. Бог як піде і полама тебе. І полама тебе, йоу, і полама тебе. І полама тебе. І полама тебе. Мама, кримінал. Кримінал. Мама, кримінал. Пойдем.
Что происходит? Я должна это снять. О, боже, как, сколько страсти. Так, снимаем драка, 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 файт, файт, файт. Это во второй раз. Ёх, вот это херня. Да. Сколько она тебе заплатила? Много. Что ты хочешь? Давай хоть тебя сниму. Ты такой кенгуру, я тебе отвечаю, Валера. Да, она все может. Блядь. А вот начинается оргия. Видео
надо. Главное не уронить, потому что я могу. Я все могу. Тебе не видно все равно. Не знаю. Ну, танцуешь, это то, что Испания стоит на первом. Ладно, я прыгну. Сделаем вот так. Так, они танцуют. Теперь мы только выходим. Теперь мы идем. Мы идем. А, еще? Нет. Либо в Миргороде, либо в Полтаве. Ой! Маша, привет! Ты такая красная! Вот сними его крупным планом. А, кстати, можешь снять, как я теряю тебя там. Лера, найди, пожалуйста. Сейчас тебя полетит. Сейчас экран мой разобьется. Нафиг. Мальчики! Что? Сниматься да будем! Они бухие, они бухие. Да? Туда, да? Давай, быстро. Самурай! Ваши комментарии. Без комментариев. Это последняя стадия. Нет, последняя будет, когда она в голову. Берешь, но сейчас так не делать. Вот так отбиваю вот это. Маша! Маша, так ты будешь заниматься или нет? Ты слишком сильно для этой игры. Маша, заниматься сегодня буду только. Вот, что неинтересно, пойди повтори. А блин, он на голову ему не падает. Давай, быстрее. Все, Карина подает. Мой мир сломан. Ладно, мы вчера сломался. А что было вчера? Может, позавчера? Это было вчера. Уже забыла, когда я там была, блин. Вчера было. Ладно, нет, вот это точно. Она нормальная, теперь точно. Нарина, давай! Сына с того секса. Подожди, иногда. Почему вы такие дебилы?
Просто потому, что мы такими родились. Мне сейчас кажется, будет чем. Блин, не так. Это прощальное видео от Леони. Погоди! Облака, белокрылые глаза. Сними его, наши интернат скинут. Что? Не хочу. Да, что, правильно. Облака. Они уже сдала специальность. Только что. Ничего ты не сдала, ну, это да. Тебе причинилось. Вот это самое обидное. Давайте уже когда-то ходим. Это в ДБ. Маша. Я вас слушаю внимательно. Прощай, видео. Поговорим о том, как мы больше сюда не вернемся. Ага, и будем петь песни, мы уходим, чтобы к вам опять вернуться. Маша, мы ты понимаешь, уходим, насколько что? Это не логично? Замыкая круг, реально, ты это назад посмотришь, друг. Да, я, кстати, вспомнила. Да. Я так ровно иду, что капец. С детства с камерой я дружу. Я буду заниматься профессиональным делом. Снимать видео. Что это на нем? А, это билет. Забыла этот. Толик, привет. Я иду. Да ничего. Не делай. Становись, пока не было. У тебя слишком густая шевелюра. Наталья Миколаївна, ворожий Юрію, та класних керівників Нілотиманіного та Ольга Максимівна. Зустрічайте! Ідуть випускники 2015-2016 навчального року! Thank you.
Oh.
серьезно. Это я, запомните, когда я еще не убухала. Да. Когда я еще не убухала. Снимаемся, пока мы гребли. Отвратительно. И пока мы гребли, надо приходить к нему. Кто еще хочет видео? Я хочу селфи. Я на лестнице метро. Слишком сложно. Самурай такой потерянный именно такой. Последнее вообще можно. Хватит их снимать. Привет. Тебя буду снимать. Салат. Аня, тебе нравится? Нравится? Нормально. Вы там чуть-чуть похуже, но это нормально. Как вам? Как вам? Нормалек? Нормалек? Вкусненько. Это пеленгаз, что ли? Не знаю, что за рыба, но она хорошо. А это что происходит? Взаимопонимание в жизни, это так здорово! Ну, да. За команду в жизни! Ребята, чуть-чуть не полный бокал, по глоточку! За команду! За... И любовь, что долго стала, обрела два пепла, просто подари мне один только взгляд. Дима, на камеру, пожалуйста. Скажи, как Бог. Дима, здесь мальчик. Бог меня делает. Маша, прости меня. Я прощаюсь. Ура! А что же мы делаем? А ничего не важно. Down.
давай. Давай. Я солдат, а это в тему. Да пофиг, скажу просто вот это. Ну я сейчас в интернете включу, мне тут второй куплет, я там не совсем. Хорошо, мы спросим, может разрешат, будет круто. У меня медиатор есть. Хорошо. Дайте привет моей Аньке. Анька, я тебя люблю. Ой, боже, Анька, я хочу с тобой встретиться. Я обязательно это сделаю, конечно. Коза, конечно же, ты не приехала. Я, конечно, все понимаю. У нее сегодня дела. Не приехала, а чего у нее? У нее там выпускной, Леша, я все понимаю. Аня, ну я тут тоже Аня. Я тут тоже Аня. Слушай, я тоже тут Аня. Да, я, короче, тоскую. Тебя, Аня, ты еще меня на учителях. Да. Они кухню тишили, они не бежали. Короче, Аня, еще меня бесит вот эти, которые там это, тут чуть-чуть что-то мешают, короче, мне говорить. Они меня отвлекают, не понимаешь? Это же Ванди. Они же милые. Тихо, я закрыла, давай, Аня, ну, продолжай. Анюта, я тебя люблю, желаю тебе... Я тебя тоже, это, я тоже Аня, люблю, это Аня, подруги, это Аня, это Аня. Аня, у Даши, тебе тоже привет, короче, от меня. У нее тоже скоро выпускной. У Даши тебе на выпускном, Аня. Я тебе сейчас его покажу, подожди. Так, давай, заканчивай. Сейчас я уже заканчиваю. Мы еще с раскрепались, а мы еще даже нормально. Короче, у нас все хорошо, мы тебя любим, и я тебя жду. Я тебя не поняла? И я тебя жду. Иди нахуй. Ай, ты меня не Ты, короче, видела Аню, а ты меня не видела. Так что давай сюда, кати свою задницу на него. И давай, короче, бухать вместе с вами. Это вместе. Thank you.
Бачила, який чувак тут? Бачила, який чувак. Він на мені. Знімаю його. Тоню. Ти будеш фоткати там? Ти що, селфі робиш? Переміни камеру, переміни камеру. Давай. Сказала. Девушки, ваши впечатления от дня. Ну, вам он запомнится. Надолго. Надолго. Я вас люблю. Приехали, дождь. Ира, больше грусти, давай. Вот это момент, который можно попробовать. Вот именно в этот момент можно Иру аниматором нанимать. О, какая картина прелестная. Привки. Я сняла, как Ира зевает. Ребятки,